Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги и партнеры. Рад вас приветствовать на нашей презентации, которая проходит. Ну, в 99% случаев из 100 по понедельникам в 17 часов по московскому времени. Презентация компании Skyway Capital, на которой мы даем информацию в первую очередь тем людям, которые впервые находятся на нашем мероприятии и хотели бы разобраться в том, что из себя представляет проект группы компании Skyway, какую выгоду и пользу, наверное, для них несет сотрудничество с компанией Skyway Capital. И об этом мы, в принципе, будем говорить в ближайшие где-то 40-45 минут максимум. Да? В начале нашей презентации традиционно хочу задать вопрос, все ли хорошо слышно, видно. Если у вас есть какие-то проблемы со звуком, да, возможно, изображение не очень хорошее, то рекомендую просто-напросто еще раз перезагрузиться в комнату, либо использовать браузер Google Chrome. Это рекомендации платформы, которая нам предоставляет сервис по проведению вебинаров. Да? То есть это компания Мирополис. Они всегда рекомендуют использовать браузер Chrome. Что еще хотелось бы сказать? Если напишите свои города, из которых вы сегодня пришли, скажем так, на наше мероприятие, честно скажу, не обижусь, будет здорово, увидим географию. Да? Нас, помимо того, что мы находимся в комнате, Мирополис смотрит еще и в соцсетях. Это Контакт, YouTube, это Facebook, это Одноклассники, предполагаю. Да? Соответственно, если вы находитесь в чатах нашей трансляции в этих социальных сетях, то тоже можете написать, какие города, поставить там плюсики, если слышно или не слышно, да, и, наверное, сразу же важный момент рассмотрим. Давайте так, иногда в процессе нашего мероприятия у людей появляются вопросы. Предлагаю их задавать уже в конце мероприятия, да, то есть я скажу, когда можно это будет делать, это будет наиболее правильно, то есть я не буду отвлекаться на текст, который будет идти в чатах, да, и, соответственно, в конце у нас будет немножко времени, чтобы я мог ответить на возникшие вопросы, которые стали непонятны, например, по ходу повествования. Как я уже говорил, постараюсь дать информацию кратко, сжато, да, ну, чтобы не занимать ваше время, и для тех людей, которые интересуются непосредственно информацией о нашем проекте, чтобы у них хотя бы сложилось какое-то впечатление, представление о том, о чем идет речь. И действительно, задача, скажем, мероприятия, которое у нас проходит по понедельникам, это, по сути дела, для людей, которые впервые эту информацию слушают, либо слушали давно, да, чтобы у них, скажем так, в голове, возможно, созрели какие-то вопросы, чтобы они, возможно, да, захотели разобраться в данной информации, потому что на сегодняшний день, вот, по крайней мере, за 5 с лишним лет, что я сотрудничаю с компанией, огромный пласт информации, который в 40-45 минут, ну, дать фактически всю невозможно. Да. У нас есть огромное количество информационных источников, у нас есть сайт компании Skyway Capital, у нас есть лендинги, партнерские несколько штук, на которых мы даем информацию и о проекте, и о технологии, да, и о тех возможностях, которые с точки зрения инвестиций есть для каждого человека. У нас есть социальные сети, в которых вы можете, скажем так, черпать информацию о том, как развивается у нас проект. Это и начиная, скажем, с Одноклассников, как я уже говорил, да, и заканчивая Инстаграмом, Телеграмом. То есть везде есть аккаунты нашей компании, где вы можете получать информацию. Ну, то есть мы стараемся максимально доносить информацию до людей, чтобы им было удобно с этой информацией ознакомливаться. Итак, друзья, презентация Skyway Capital. Как я сказал, краткая информация о проекте, с чем мы имеем дело, да, то есть что из себя представляет технология, вот, и какие выгоды потенциальные для каждого человека, неважно, где он проживает на сегодняшний день, будь то на территории там, Российской Федерации, бывшей страны СНГ, или на территории всего земного шара, неважно, сколько ему лет, неважно, какое образование. Важно, чтобы человек захотел разобраться в том, что мы предлагаем, а дальше, скажем так, наше совместное сотрудничество может быть взаимовыгодным. Вот и все. Итак, друзья, проект компании Skyway Capital. Да, то есть, что такое Skyway Capital, если, скажем так, в двух словах? Skyway Capital на сегодняшний день – это краудфандинговая площадка, которая занимается тем, что привлекает инвестиции фактически в любой стране мира для реализации технологии Skyway, для строительства, скажем так, нескольких типов трасс, которые на сегодняшний день уже фактически реализованы. Почти 6 видов, да, трасс у нас на тестовом участке, полигоне, как мы раньше называли, в экотехнопарке в Республике Беларусь. И на сегодняшний день мы уже имеем несколько сотен тысяч инвесторов в разных уголках земного шара. Официальный сайт компании Skyway Capital – это skyway.capital. То есть нас легко найти в интернете. Там, как я уже говорил, изложен довольно большой объем информации, с которой вы можете ознакомиться. Сама по себе технология, о которой мы говорим, эта технология раньше называлась струнный транспорт Юницкого, струнная технология Юницкого. Да? История разработки и внедрения данной технологии насчитывает уже, ну, ни много ни мало 42 года, то есть более 40 лет. Первые, скажем так, упоминания, первые задумки в этом направлении Анатолий Эдуардович Юницкий, он является официальным нашим руководителем, это генеральный конструктор нашей технологии, это президент группы компании Skyway. Да? То есть это все началось в далекие 70-х годах прошлого столетия.
То есть он начал задумываться на тему о том, что транспорт, который мы имеем на сегодняшний день, имели тогда, по сути дела, это четыре транспортные системы, да, он, ну, наверное, не соответствует тем нуждам, которые появляются у человечества в целом. Его нельзя назвать экологически чистым, его нельзя назвать абсолютно комфортным. В принципе, он достаточно скоростной, но можно, скажем так, перемещаться гораздо быстрее. Действительно, можно значительно снизить нагрузку на окружающую среду с точки зрения экологии, да, и сделать строительство транспортных артерий, да, и их дальнейшую эксплуатацию намного дешевле, чем это есть на сегодняшний день. Какие мы с вами знаем транспортные технологии на сегодняшний день, да? Вот если об этом говорить. Это водный транспорт, которому несколько тысяч лет. Это дальше был по порядку железнодорожный транспорт, которому там пару с лишним столетий, да. Это автомобильный транспорт, ну и, наверное, самый молодой из них – это авиационный. Хотя все эти транспортные системы насчитывают уже более 100 лет использования человечества, да. Ну, основные, наверное, проблемы, которые устраняют создание транспортной, скажем так, инфраструктуры по технологии Skyway, это в первую очередь вот то, с чем мы с вами сталкиваемся каждый день, это, вот, например, устранение пробок. Почему? Потому что транспорт Skyway, транспорт, который вынесен на второй уровень, да, это транспорт эстакадного типа, вот, и он нам позволит, как я сказал, основные его отличия, перемещаться без пробок, не создавая, скажем так, каких-то заторов. Люди смогут достаточно быстро на скорости там, от 50 до 150 км в час, если говорить о движении в черте города, скажем так, и пригородные сообщения, да, перемещаться, ну, в зависимости, скажем так, от необходимости, такой двигаться на скорости 150 км в час. Он экологически чистый, потому что используются электродвигатели, да. Действительно, данная технология, если она в дальнейшем будет использоваться повсеместно, она позволит, наверное, объединить человечество, ну, в одну какую-то группу, которая будет двигаться в направлении сделать жизнь лучше на этой планете для всех. Вот. Ну, вот эта картина, о которой я говорил, мы с ней сталкиваемся очень часто. Да, то есть огромное количество автомобилей, стоящих, скажем так, вечерами на выезд из крупных городов, мегаполисов, куда люди стекаются утром, и такие же, скажем так, пробки образуются, когда народ едет на работу. Ну, вот в Москве, например, я по пятницам часто выезжаю, скажем так, в соседнюю республику, да, и выезжаем, когда из Москвы, это длится, там, поездка на 70 километров может длиться и 2, и 3, и 4 часа. Хотя вся дорога, по идее, вот, занимает в обратном направлении, когда еду, например, из Республики Беларусь в Москву, вот в понедельник я сегодня ехал, она меня занимает 6 часов. Представляете, да, то есть расстояние там 620 километров 6 часов и расстояние 70 километров порой приходится преодолевать за 4 часа. Вот такая существенная разница, скажем так, плотности автомобильного потока и так далее, и так далее. Соответственно, вы понимаете, да, когда огромное количество автомобилей, пробки и так далее, идет огромное количество выхлопных газов в нашу атмосферу. Соответственно, большое количество отравляющих веществ появляется в атмосфере. Все это идет в воздух, в воду. И в дальнейшем все это, по сути дела, перерабатывается нашим с вами организмом. И по идее, вот если мы копнем, например, лет 200 назад, там ту же медицину почитаем и так далее, огромного количества заболеваний, которые есть на сегодняшний день, у людей не было лет 200 назад, когда как раз-таки не было ни автомобилей, ни летали самолеты, то есть не так сильно, скажем, загаживалась природа, да? То есть не было огромного количества излучений, которые мы сегодня с вами испытываем, потому что у каждого в кармане один, а то и два, и три мобильных телефона, да, то есть, а вы видели Вассермана, да, у которого их не знаю сколько что, в каждом кармане, наверное, не по одному. Вот, соответственно, все это сказывается на здоровье человека, на его развитии, и вот транспортные технологии под названием Skyway призваны в первую очередь решить вопрос, например, с экологией, решить вопросы, скажем так, со стоимостью строительства дорог, по технологии струнного транспорта, да, и вот данную проблему, данную, точнее, технологию разрабатывает группа компаний Skyway, компания Skyway Capital привлекает инвестиции посредством системы краудфандинга для того, чтобы данная технология была реализована. Непосредственно разработка транспорта на сегодняшний день, да, то есть транспортных средств, путевой структуры, скажем так, испытаниями, научной работой занимается ЗАО струнной технологии, которая является частью группы компаний. Это Беларусь. То есть вот это вот четырехэтажное здание, это наш главный офис, где находятся основные, скажем так, конструкторские инженерные кадры. Вот. И за 5 с лишним лет, да, что было сделано в нашей компании? В 2015 году, в июле месяце, началось строительство испытательного центра, как мы тогда называли, полигона, для того, чтобы продемонстрировать, что из себя представляет технология Skyway, провести необходимое количество, скажем так, испытаний, сертифицировать транспорт, создать несколько образцов путевой структуры, транспортных средств и выйти с реализации технологий по большому количеству адресных заказов, которые сегодня, скажем, потенциально уже есть у нашей компании. И за 4,5, не за 4,5, уже фактически за 5 с небольшим лет, да, у нас есть серьезные результаты. И первый из них, на который бы хотелось обратить внимание, действительно то, что у нас на площади в 36
Гектар почти там 35 с копейками гектар, недалеко от города Марьиногорка, построен экотехнопарк, на котором, на территории которого находится 5 рельсостронных эстакад разного типа, да, то есть это и гибкая путевая структура подвесная, это и жесткая путевая структура ферменная. Да. Общая длина построенных трасс превышает на сегодня 4 километра. Вот. Построено порядка 10 тысяч с лишним, да, производственных площадей собственных. Вот. И на что бы я хотел обратить внимание, я об этом вот говорю на презентациях и так далее, сейчас бы я просто хотел продемонстрировать вам ролик, который займет небольшое время, да, но тем не менее я вам рекомендую его посмотреть. Это ролик, который как раз таки рассказывает историю экотехнопарка. Как я вам сказал, в 2015 году началось его строительство, а если в целом говорить, я вот сделаю еще 2 минуты небольшое отступление, в 2014 году Анатолием Эдуардовичем Леницким и его соратниками было принято решение привлекать инвестиции для того, чтобы реализовать технологию посредством краудфандинга. То есть в конце января 2014 года были привлечены первые инвестиции. Был разработан 15-этапный план, который предусматривал проведение определенного количества работ на каждом этапе для того, чтобы, скажем так, к концу 15-го этапа прийти, имея на руках готовую технологию, приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара. Так вот, первый этап начался в январе 2014 года. А, скажем так, строительству, да, группа компаний Skyway, непосредственно наше предприятие, находящееся в Республике Беларусь, приступило в июле 2015 года, потому что нужно было найти участок земли, на котором можно было это начать строить, да. И эта земля нам была дана, скажем так, выигран был аукцион 22 июня 2015 года, документально, скажем так, подтверждено то, что участок земли площадью 36 гектар закреплен в долгосрочную аренду за предприятием ЗАО «Струдные технологии». В середине июля месяца прошли первые, скажем так, работы, это можно назвать субботником. Мне самому довелось участвовать в этом мероприятии, то есть нас в Москве приехало порядка десятка человек. Были сотрудники нашего предприятия, которое находилось в Минске, тогда их было меньше сотни. Да, и вообще, скажем так, в мае 2014 года единственным сотрудником КБ, единственным сотрудником производственного предприятия ЗАО «Струдные технологии» был только один человек, Анатолий Эдуардович Леницкий, генеральный конструктор. Сегодня сколько людей, мы об этом еще поговорим немножко впереди. Вот. Но сейчас я хотел бы включить именно ролик, который продемонстрирует, с чего начиналось, да, создание, скажем так, нашего тестового участка полигона и к чему мы пришли на сегодняшний день. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. Ненадолго, скажем так, пропаду с ваших экранов, а дальше мы будем двигаться по той информации, которую я сегодня вам дам на нашем мероприятии. Так, друзья, ролик про экотехнопарк.
Итак, друзья, ролик продемонстрировал, да, начинали с нуля, вот, и к чему пришли на сегодняшний день. То есть, действительно, фактически закончено строительство экотехнопарка в Республике Беларусь. То есть, это была цель, да, то есть, продемонстрировать технологии, выйти, скажем так, с теми решениями в нескольких сегментах транспортного рынка. Это грузовой SkyWay, да, со скоростью там до 120 км в час перевозка грузов, как небольшими партиями, например, до 2 тонн сыпучих грузов, так и, скажем так, сейчас разрабатываются транспортные средства, путевые структуры для перевозки контейнеров, да, более тяжелых грузов. Это городской транспорт SkyWay для перевозки пассажиров от 2 пассажиров и более, да, и это, скажем так, междугородние, международные перевозки на скорости близким к 500 и более километров в час. Что хотелось бы еще отметить, да, то, что на сегодня, как я сказал, более 10 тысяч квадратных метров производственных площадей, то есть у нас есть целый ряд производств, находящихся на территории Республики Беларусь на сегодняшний день. Есть компании-партнеры в разных уголках земного шара, которые поставляют нам комплектующие, например, для эстакад, для транспортных средств и так далее. Спроектировано 11 принципиально разных рельсовых электромобилей, то есть разного типа. Да? То есть это транспортные средства, как я уже сказал, для перевозки, например, 2 пассажиров. И на сегодняшний день пока вот то, что было продемонстрировано непосредственно на мероприятии под названием «Экофестиваль», который проводится раз в год. Это, по сути дела, отчетное мероприятие, на котором представители нашей компании демонстрируют то, что было сделано за предыдущий год людям, ставшими, скажем так, владельцами долей компании по схеме краудфандинга, про которую я вам говорил. Да? То есть самое большое на сегодняшний транспортное средство – это 48-местный юнибус. И на 4-м экофестивале люди убедились, и некоторые смогли внутри данного транспортного средства даже пройти по территории экотехнопарка. Вот. И самое маленькое, наверное, транспортное средство для перевозки людей – это двухместный юнивинт, который, скажем так, на легкой путевой структуре, толщиной, наверное, немножко более пальца. Вот. Это транспортное средство, которое, в принципе, решает транспортные проблемы, которые возникают, скажем так, при перевозке людей в небольшие населенные пункты, например, в окрестности каких-либо городов. То есть 11 транспортных средств. Предложение действительно комплексное, потому что помимо транспортных средств еще предлагается, скажем так, и путевая структура, разрабатываем под эти транспортные средства. На сегодняшний день сотрудниками компании является более 1000 человек, то есть создано более 1000 квалифицированных рабочих мест. Вы понимаете, для такого государства, как Республика Беларусь, его нельзя назвать богатым, это, скажем так, большие отчисления в бюджет. То есть люди получают довольно приличную зарплату, соответственно, налоги и так далее, и так далее. Ну и плюс ко всему, это привлечение инвестиций непосредственно территории Республики Беларусь. Это то, что мы имеем на сегодняшний день. Что еще важно, да, это, скажем так, впервые информация прозвучала для нас в августе 2018 года, то, что группа компаний SkyWay начала активное движение в направлении реализации строительства, скажем так, дорог и реализации технологий на территории Объединенных Арабских Эмиратов. И в первую очередь это инновационный центр SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах в Эмирате Шарджа. Мы об этом с вами еще немножко поподробнее поговорим чуть позже, да. Ну вот начало строительства, скажем так, данного центра началось где-то в октябре прошлого года, да. Хотя, скажем так, первые договора были заключены еще в апреле после мероприятия, которое проходило на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Это Future City Show. Вот, на нем принимали участие, в этом мероприятии принимали участие сотрудники нашей компании. И после этого, скажем так, возродились те контакты, которые были у Анатолия Эдуардовича Юницкого с представителем Объединенных Арабских Эмиратов еще, скажем так, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х годов. Первая, скажем, удочка была заброшена именно тогда. Помимо всего прочего, да, помимо того, что мы начали строительство инновационно-транспортного кластера в городе Шарджа, мы являемся частью научно-технологического парка, находящегося в Эмирате Шарджа, да, и можно сказать, в факультативном, да, режиме, в факультативном формате специалистами нашего предприятия было создано такое транспортное средство, как юнимобиль. То есть это транспортное средство, которое позволяет человеку, лишенной возможности двигаться в нижней части тела, да, управлять автомобилем полноценно. То есть транспортное средство, которое не требует для него наличия еще кого бы то ни было, он сам может загрузиться, не покидая инвалидной коляски. Транспортное средство закрепится, скажем так, напротив управление данным транспортным средством и перемещаться со скоростью до 100 км в час в пределах города, то есть ресурса, который вырабатывает аккумуляторы на батареи данного транспортного средства, хватает на 150 км пути. То есть для решения, скажем так, локальных задач в пределах одного города это очень хорошее транспортное средство. Но сейчас на данный момент, скажем так, это отдельный проект и ищут людей, которые готовы инвестировать в развитие этого проекта дальше. Да? Что еще хотелось бы отметить, коллеги? То, что то, чего мы давно ждали, создан уникальный в своем роде
электромобиль, да, это высокоскоростная модель Юнибуса, которая была впервые представлена в 2018 году на мероприятии под названием «Инотранс». Это был Берлин. Скажем так, проводятся в Берлине раз в два года крупные такие мероприятия, по сути дела, в первую очередь, рельсового транспорта. Там 95% транспорта, который представлен, это рельсовый транспорт. Это могут быть трамваи, электрички, поезда и все, что касается рельс. Да. А наши транспортные средства можно отнести к рельсовым автомобилям. Так вот, большой фурор произвел, скажем так, высокоскоростной Юнибус на данном мероприятии. И еще, наверное, стоит отметить то, что впервые вообще транспортные средства Skyway были продемонстрированы миру на мероприятии под названием «Инотранс» в 2016 году. Да, тогда были представлены модели двухместного юнибайка, причем транспортное средство, о котором в 2014 году и даже в начале 2015 года никто не говорил, да, не возникало даже идеи создавать такое транспортное средство. Потом кому-то в голову идея пришла. И после того, как 11 февраля 2016 года было получено приглашение участвовать в мероприятии под названием «Инотранс», специалистами нашей компании в короткий срок были созданы два транспортных средства. Это юнибайк двухместный и 14-местный юнибус, которые прямо с «Инотранса», да, были продемонстрированы еще на мероприятии «Белорусской транспортной недели», которая проходила в Минске, а уже с того мероприятия поехали на территорию экотехнопарка. И в конце ноября, 29 числа 2016 года, был осуществлен первый прогон или первый проезд транспортного средства Skyway, это был юнибайк. Если вам не лень, вы можете в отделе новостей зайти на наш сайт и отлистать на конец ноября 2016 года. Вы там увидите видеоролик и довольно генерального конструктора. Вот. Что хотелось еще сказать, да, то есть помимо всего прочего. На крупных международных форумах, посвященных в первую очередь транспортной сфере, да, на сегодняшний день это уже не 18, наверное, а порядка 20 крупных международных транспортных выставок, которые проходили на территории фактически всего земного шара. Это и Российская Федерация, это и Германия, это и Сингапур, это Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Австралия. То есть порядка двух десятков крупных форумов, где специалистами нашей компании была представлена и была презентована технология Skyway. И благодаря данным мероприятиям огромное количество людей на всем земном шаре узнали, что есть такая технология, ну и стали разбираться в направлении реализации данной технологии в тех местах, в тех краях, где проживают эти люди, да, кто заинтересовался в реализации технологии. Ну и, конечно же, стоит отдельным, скажем так, особняком, как мы говорим, стоит, да, такая страна, как Объединенные Арабские Эмираты, потому что вот, начиная с 2018 года очень серьезное внимание на нас обратили именно в этой стране. Прошло целый ряд мероприятий в конце 2018 года, да, то есть поначалу данная технология на одном из мероприятий была представлена наследному принцу Дубая Хамдану Ибн Мохаммеду Аль-Мактуму, да, который увидел, что из себя представляют два транспортных средства, а там был шестиместный юникар и двухместный юнибайк как раз таки, да. После этого Министерство транспорта Дубая, да, и дорог РТА стало заниматься разработкой, скажем так, документов и по реализации данной технологии на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Дубая в частности. И, скажем так, благодаря тому, что разобрались в данной технологии, благодаря тому, что велось большое количество переговоров, были подписаны, скажем так, предварительные договоры о сотрудничестве, транспорт Skyway под названием SkyPods, да, так этот проект звучал, был включен, скажем так, в программу, которая подразумевает следующее состояние. К 2030 году планируется, что 25% всего транспорта на территории Дубая будет полностью автономным. Как раз таки наш транспорт как никогда подходит к данному, скажем так, данным критериям. И в этом направлении сейчас идет очень активная работа. Позднее данный транспорт, данная наша технология была представлена шейху Хамдан Ибн Мохаммеду Аль-Мактуму. Да, то есть это руководитель Эмирата Дубая, это вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов. Человек, который, скажем так, очень эрудированный, развит во многих направлениях и как никогда заинтересован в том, чтобы, скажем, последние новейшие, скажем, разработки, инновации приходили на территорию Объединенных Арабских Эмиратов и были внедрены. То есть они, как говорят, делают страну сказку. Да? Что еще хотелось бы отметить касаемо Дубая, касаемо, скажем так, Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, в принципе, в феврале месяце прошел крупный форум, то есть это состоялся крупный международный правительственный саммит. Опять же, на этом саммите была представлена наша технология. И вот именно на этом саммите шейх Дубая посетил, скажем так, данное мероприятие, посидел внутри транспорта Skyway. И вот уже как следствие, да, данной работы, которая проделывалась на протяжении фактически года, в апреле месяце
Власти Дубая, скажем так, анонсировали несколько проектов, которые планируются к реализации на территории Эмирата Дубай. То есть 6 проектов крупных транспортно-инфраструктурных. И вот одним из этих 6 проектов будет создание 15-километровой городской трассы с 21 станцией. Вот это, скажем так, использование технологии Skyway. То есть, если вы зайдете в наши социальные сети, да, то вы обнаружите следующую информацию, что как бы так, данная информация, она закреплена в начале всех наших соцсетей. То есть, в первую очередь, вы, заходя на наши соцсети, на нашей странице, вы видите именно ту информацию, то, что в апреле месяце принято решение реализовывать транспорт Skyway и строить вот эту трассу. Что хотелось бы еще, наверное, добавить немножко по технологии, то, что огромное количество высококвалифицированных специалистов, которые работают в сфере машиностроения на территории Республики Беларусь на разных предприятиях, а их много, надо отдать должное, что Беларусь сохранила, да, свое машиностроение, сегодня работают на предприятии под названием «Струнные технологии», как я уже говорил, это часть группы компании Skyway. Есть целый ряд собственных разработок, и вот одна из них – это целая линейка двигателей мотор-колесо, это собственная разработка, синхронный двигатель, который устанавливается на различные транспортные средства Skyway, вот, разные мощности двигателя, ну, соответственно, в зависимости от и разной грузоподъемности самих транспортных средств. Используется новейшее программное обеспечение, так называемой «Индустрии 4.0». Есть такая компания Dassault Systems. И первым партнером, скажем так, программы обеспечения 3D Experience на территории Республики Беларусь стало предприятие «Струнные технологии». На всех мероприятиях, которые проводят им, скажем так, специалистами компании Dassault Systems, они упоминают «Струнные технологии» как первого партнера на территории Республики Беларусь, который успешно реализует их программное обеспечение, создает транспортные средства, создает технологию транспортного будущего, как они о нас говорят. Буквально два слова. Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор технологий. Как я уже сказал, начал заниматься проблемой, скажем так, реализации своей технологии в конце 70-х годов. Он инженер транспорта, у него еще есть два высших образования в сфере патентного права и строительства и проектирования крупных высотных зданий инфраструктурных сооружений. У него есть целый ряд научных работ, более сотни, более 150 изобретений в различных сферах человеческой деятельности. Да. Он за время реализации технологии дважды участвовал в проектах Организации Объединенных Наций, которая выделяла деньги на реализацию технологии под названием Skyway. За время реализации технологии, в основном это, конечно, начиная с 2014 года, хотя были получены бумаги еще до 2014 года, да, получено более 80 различных патентов и сертификатов государственных структур целого ряда стран, которые находятся фактически, опять же, на всем земном шаре. Это и Австралия, это и Китай с Японией, это Соединенные Штаты с Канадой, это 11 патентов, сертификатов Евросоюза, это целый ряд стран СНГ, собственно, Беларусь, Россия и так далее. Все это делается для того, чтобы защитить, скажем так, свою собственность, да, интеллектуальную собственность компании, прежде чем выходить на строительство дорог в разных уголках земного шара. С 2014 года территорию нашего предприятия, вот здесь написано 32 международные делегации, но за последнее время еще были приезды, скажем так, представителей целого ряда стран, то есть порядка 4 десятков, да, международных делегаций побывали на территории нашего производства, экотехнопарка, конструкторских бюро, общались непосредственно с генеральным конструктором. И опять же, если вы видите на данном слайде, география – это практически весь земной шар. Это и Северная Америка, правда, скажем так, и США, и Канада, я не помню, что кто-то приезжал, но вот, например, Мексика, да, это целый ряд южноамериканских стран, это Австралия, это несколько африканских стран, это страны СНГ, это страны, скажем так, Саравийского полуострова, то есть фактически, опять же, территория всего земного шара, откуда приезжали специалисты разного уровня, и транспортники, скажем так, и производственники, которые имеют непосредственное отношение к созданию транспорта, те, кто работают железом, те, кто работают с различными видами материалов, они приезжали, знакомились с технологией, на сегодняшний день с целым рядом из этих, скажем так, стран и предприятий организовано сотрудничество. Теперь вернемся к тому, что я говорил. Да, с 2014 года началось привлечение инвестиций для реализации данной технологии на платформе краудфандинга. Я говорил про 15 этапов, которые были разработаны, да, и каждый этап в себе нес определенное количество работ, которые необходимо сделать для того, чтобы приблизить реализацию технологии и, скажем так, обозначить момент, когда будет осуществлена процедура монетизации данной технологии. То есть на каждом из этапов люди имеют возможность приобретать пакеты долей с определенным дисконтом, с определенным уровнем доходности. Как вы понимаете, на начальных этапах, на первом, на втором, на третьем были самые высокие дисконты. Да? То есть люди рисковали больше, чем сейчас. Тогда нечего было показать, тогда не было речи даже ни о какой там участке земли, не то чтобы продемонстрировать технологию в каком-то ни было виде. Да? Только были модели в масштабе там 1 к 10, и то, скажем так, в большинстве своем они не ездили, у них не было путевой структуры. Так вот, на тот момент дисконт был самый высокий. На сегодняшний день
Любой человек имеет возможность инвестировать свои денежные средства и стать собственником долей с дисконтом от 14 до 60. У нас есть целый ряд пакетов внутри личного кабинета компании Skyway Capital. Да? То есть для того, чтобы стать собственником этого пакета, достаточно сделать простые действия. Вот послушать эту информацию, задать вопросы тому, кто вас пригласил на данное мероприятие. Вот, посмотреть, возможно, видео, полистать новости развития нашего проекта на сайте. Да? Зарегистрироваться в Skyway Capital, в личный кабинет. Почитать внутри, какие возможности предполагают разные стратегии инвестирования. Потому что сегодня вы имеете возможность купить разовый пакет стоимостью там от $15 до $150 000. Либо купить пакеты в рассрочку, которые подразумевают ежемесячное инвестирование незначительной суммы, а в итоге получить довольно приличный пакет долей в собственность, да, во владение. И, скажем так, момент монетизации компании на каким бы то ни было способом, да, это может пройти, скажем так, в криптомире, обычный, скажем, листинг акций и так далее, либо продать часть долей, которые у вас на тот момент будут определены рынком, да, по такой цене, либо, скажем так, дождаться дивидендов, потому что в меморандуме компании, группы компании Skyway записано следующее, то, что 20% от прибыли, которую будет получать компания при реализации технологий, будет распределяться между теми, кто поддержал развитие данной технологии на начальном этапе. Вот эти все самые 15 этапов. Тот, кто стал собственником долей. Когда закончится 15 этапов, стать, скажем так, собственником долей вот в том виде, в котором становимся собственниками мы на сегодняшний день, уже будет нельзя. То есть, возможно, в дальнейшем реализации каких-то адресных проектов вы можете, скажем так, получать какую-то прибыль с какого-то отдельно взятого адресного проекта. Те, кто станет участником нашего проекта до окончания 15 этапа, он сможет получать доход от того, что будет реализована технология в любом месте земного шара. И прибыль компании, которая там будет получена, пятую часть этой прибыли компания будет распределять между теми, кто поддержал технологию на начальном этапе развития. Вот. Какие перспективы, да, инвестирования в данную технологию? Я уже сказал, на сегодняшний день потенциально любой из вас, кто примет решение стать совладельцем пакета долей, может приумножить свои денежные средства, которыми он владеет на сегодня. Опять же, сколько вы можете инвестировать и каковы ваши планы, как вы это будете делать, решать вам самим. Насколько вам комфортно, например, инвестировать $15, возможно, там $100, может быть, 300, может быть, 1000 и так далее. То есть то, что, скажем так, не заставит вас там месяцами голодать, не нужно ничего, скажем так, перепродавать, не нужно идти в банк брать какой-то кредит для того, чтобы стать инвестором в наши технологии, просто определиться, насколько вам комфортно сегодня стать владельцем какого бы то ни было пакета. Мало того, у нас есть еще одна замечательная вещь, да, которая называется партнерская программа, посредством которой вы можете, скажем так, давать информацию людям, которые вас окружают. Это то, что вы делаете каждый день, о чем бы то ни было. Делитесь с людьми. Сходили в кино, вам понравилось, рассказали, да? Кстати, купили автомобиль себе, ездите на нем и совершенно спокойно делитесь теми, что у меня классный автомобиль, мне он нравится в этом. Кто-то покупает этот автомобиль по вашей рекомендации. Здесь же вы это можете делать, то, что увидели перспективу реализации технологии. И направлений здесь много. Кто-то, скажем так, просто любит помогать другим. Кто-то хочет заработать денег, кстати, посредством партнерской программы. Кто-то хочет заработать денег в будущем, потому что понимаешь такое инвестирование, сколько оно может принести. Да? Кто-то борется за экологию, кто-то борется за то, чтобы детям передать нашу планету, скажем так, через 10 поколений вперед, и чтобы они жили на чистой планете, были здоровы и жили долго. Вот. Юридически все оформляется достаточно просто, то есть у нас есть договор конвертируемого займа, который вы подписываете при инвестировании своих денежных средств, и в залог берете то количество долей, которое, скажем так, находится в пакете, который вы приобрели. То есть любой на сегодняшний день еще может воспользоваться теми выгодными условиями, которые существуют в конце 13-го этапа развития группы компании Skyway. Вот это в двух словах, если говорить о том, с чем мы имеем дело, да, мы немножко с вами пробежались по истории, вы видели видеоролик, который демонстрировал чистое поле, да, где трава была по колено и горбатая земля, и то, что сегодня создано на территории Республики Беларусь. Примерно то же самое создается сегодня на территории Эмирата Шарджа, там строится Skyway Innovation Center, да, где будут продемонстрированы уже, скажем так, еще целый ряд путевых структур, транспортных средств, то есть то, что будет производиться нашей компанией и будет реализовываться в первую очередь на территории Объединенных Арабских Эмиратов и Аравийского полуострова, а там в дальнейшем и по всему миру. Немножко по новостям нашего проекта за последние там 7-10 дней. Буквально в октябре месяце, 2 года назад, да, группа компании Skyway стала собственником вот такого офисного здания, которое находится в городе Минске, в 3-4 минутах ходьбы спокойным шагом от станции метро
тракторный завод. Это промышленный район города Минска. И вот это вот, вы видите, да, наверху данного здания написано Skyway. То есть это основное офисное здание, но оно не единственное, которое находится на территории города Минска. Еще есть здание возле библиотеки, еще есть здание на проспекте Дзержинского, Титан. Вот. И офису фактически исполнилось 2 года. То есть в октябре этого года, 2 года, как имеем собственное большое помещение, в котором работает большое количество людей. Как я вам сказал, сегодня более 1000 квалифицированных рабочих мест созданы компанией, да, и за всех, скажем так, сотрудников платятся налоги, люди имеют возможность получать высокую заработную плату. Вот. Это, наверное, одно из ключевых событий октября месяца, то есть мы имеем 2-летний опыт, скажем так, владения таким зданием, которое вы сейчас видели. Далее. Для того, чтобы реализовывать нашу технологию, да, то есть для того, чтобы, скажем так, быстрее внедрять ее в разные облака земного шара, конечно, нам нужны компании-партнеры, которые будут производить там элементы путевой структуры. Вы знаете, да, вот буквально неделю-две недели назад мы говорили о том, что сотрудники струнной технологии встречались с компанией из Бельгии, которая является лидером в создании проволок, да, высокопрочных, и 30%, скажем так, всех автомобильных колес, которые бегают по планете Земля. Вот это корды, сделанные на предприятии Бикар, Бельгия. Да. На прошлой же неделе сотрудники нашей компании, личный генеральный конструктор, встречался с представителями компании «Энергопроект» — это Республика Беларусь, и с представителями австрийской компании «Фостальпин», да, если по-немески так читать. То есть они, опять же, «Фостальпин» — компания, которая давно занимается производством, скажем так, металлоконструкций различных, проката, вот, и для того, чтобы в дальнейшем быстрее реализовывать технологии, проводятся данные переговоры. Специалисты данных компаний приехали, оценили возможности, скажем так, сотрудничества и подписаны, скажем так, какие-то документы, которые о дальнейшем сотрудничестве при реализации технологий. Далее, что хотелось бы, наверное, еще отметить особо, потому что вот прошло мероприятие в городе Москва, это было в «Президент-отеле». Вот, точнее, в этот раз инновационные транспортные системы России прошли в Сколково, да? Вот, если я не ошибаюсь. Я просто 2 года назад лично с Кириллом Бадулиным был в «Президент-отеле», где мы находились на подобном мероприятии, где мы презентовали технологии. Вот в этом году снова, скажем так, представители предприятия струнной технологии приняли участие 25-26 сентября. Да? Снова была продемонстрирована технология Skyway, опять наработаны какие-то контакты. Это необходимо делать для того, чтобы действительно популяризировать информацию о развитии нашего проекта, о технологии Skyway в разных уголках земного шара. То есть это вот то, что было буквально там, ну, последние там 3-4 недели. Что еще хотелось бы отметить? Я думаю, многие из вас, ну, кто, например, с 2014 года стал совладельцем пакета «Долей», да, помнят, что произошло 17 октября 2015 года, да, 4 года назад, с маленьким хвостиком уже, там плюс 2 недели, состояла закладка нулевого километра трасс Skyway. Это на территории экотехнопарка. Те, кто был на экофестивалях, наверняка подходили, да, скажем так, касались, фотографировались вот с данным архитектурной композиции, которая находится на земле, действительно, скажем так, возле первой трассы Skyway. И в этом году было 17 октября, 4 года, как был заложен нулевой километр Skyway в экотехнопарке. Ну, наверное, то событие, которое вот буквально вклинилось в нашу с вами жизнь там 3-4 дня назад, о нем наперед никто не говорил, но тем не менее, Шарджа, посещение, скажем, тех сооружений, которые сегодня создаются на территории Skyway Innovation Center, непосредственно руководителем Эмирата Шарджа господином Аль-Касими. И вместе с ним была целая делегация из чиновников Эмирата Шарджа, да, то есть там на уровне министров, был исполнительный директор научно-производственного парка Шарджи, господин Аль-Махмуди. Вот, и, скажем так, в целом ряде средств массовой информации говорилось о том, что руководство Эмирата посетила, скажем, посетила Skyway Innovation Center, то есть там давалась подробная информация, были 9-минутные ролики, 5-минутные ролики. И, в принципе, в нашей информационной службе тоже, скажем так, давалась информация о том, что там буквально короткий ролик вышел, там, 50 секунд, да, то, что вот состоялось такое мероприятие очень серьезное, очень важное для развития нашего проекта. И я, наверное, хочу вас с этим поздравить, потому что огромное количество людей, наших партнеров, задавалось вопрос, что же все-таки там в Шарже, как же там к нам относятся, как мы, кстати, вот фотографии демонстрируют господина Аль-Касими, да, вот, который сидит рядом с Анатолием Эдуардовичем Леницким, и вот заглядывает внутрь
тропического Юникара 4-местного. Аль Махмуди – это руководитель, исполнительный директор научно-технологического парка Шарджи. И вы знаете, то есть у нас информация вышла, я думаю, она еще будет дорабатываться, она еще будет обрабатываться и будет создаваться, наверное, какой-то свой собственный ролик, касаемый данного мероприятия. Сейчас я просто бы хотел вам включить то, что мы нашли в интернете, да. Сразу хочу, наверное, извиниться за то, что озвучка идет не на русском языке, просто идет очень подробный репортаж о том, что же произошло, что же это было за событие. Я думаю, неважно, на каком языке это озвучено, просто посмотрите этот ролик, а после ролика мы уже приступим к процедуре вопросов и ответов. Договорились? في إطار دعم سموه الدائم والمستمر لكافة المشاريع المستقبلية زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة مقر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار حيث بارك سموه خلال الزيارة إطلاق المرحلة الأولى من العمليات التطويرية والاختبارية للقطارات المعلقة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتي يتم تطويرها في أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية. كما تابع صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته جانبا من العمليات التشغيلية الاختبارية لإحدى العربات حيث استمع سموه إلى شرح واف من مشرفي ومسؤولي المجمع حول آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع. وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة أيضا انطلاق المرحلة التجريبية للعربة وخط السير المحدد لها والآلية المتبعة في تنفيذ الاختبارات العلمية عليها. عقب ذلك انتقل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة رفقة السادة الحضور ليستمع سموه إلى شرح واف من قبل مسؤولي الشركة المنفذة ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والذي يحتضن واحدا من أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية والتطبيقية للمواصلات الذكية على المستوى العالمي إذ تعمل إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل الذكي وتتخذ من المجمع مقرا لأعمالها على تطوير منظومة من الحلول الابتكارية التي تعبر عن المفهوم الحديث للتنقل الحضري داخل المدن حيث تجري عمليات البحث والتطوير والاختبار على تلك التقنيات الحديثة في الشارقة ليتم تسويقها لاحقا في كبرى العواصم العالمية. أتذكر أول لقاء مع صاحب السمو حينها تلقينا دعما كبيرا منه. لاحقا دعانا سموه لموقع بناء طريق خرفكان. العمل لم يكن مكتملا حينها، كانت هناك أعمال تحضيرية ونحن الآن في نفس نسبة الإنجاز. نحن لم نقدم الشكل الكامل من التكنولوجيا لحد الآن، نحن نستعرض الآن مراحل أعمال البناء، وبمجرد أننا نبني هيكلية الطريق سنضع أول عربة على هذا المسار لأجل الاختبارات، وسترون حينها كيف تعمل. أطلقنا على شركتنا بالشارقة اسم سكاي واي جرين تيك، وسنستخدم تقنيات أخرى في شركتنا من ضمنها الطاقة الشمسية، لذا نحن حقيقة نستخدم كافة تقنيات الطاقة الخضراء. وكانت شركة سكاي واي جرين تيك قد بدأت بعمليات البناء في مشروع القطارات الهوائية المعلقة في الأرض المخصصة له بمجمع شارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ليكون نموذجا حيا لعملية الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الاستثماري الخاص ممثلا بالشركة المنفذة والقطاع الأكاديمي البحثي في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وقد جاء الإعلان عن المشروع الوطني والتكنولوجيا العالمية الجديدة التي يقوم بتقديمها المجمع بهدف نقل وتوطين المعرفة تماشيا مع استراتيجية الدولة في الريادة في التطور المستدام والتنمية الاقتصادية في كافة مناحي الحياة ومنها التنقل واللوجستية. وسيكون المجمع بعد الانتهاء من عمليات البناء والتطوير لهذا المشروع الحيوي واكتمال مرحلة الاختبار والتجريب من أوائل المصدرين والمروجين لهذه التكنولوجيا الثورية في وسائل نقل مستدامة تواكب النمو الكبير والحاجة الملحة في المدن. Итак, друзья, это
Я считаю, очень важное действительно видео, которое сейчас было продемонстрировано. Я думаю, в ближайшее время будет обработана информация и много видеоматериалов, которые вышли на целом ряде средств массовой информации Объединенных Арабских Эмиратов, будет, скажем так, выложено в каком-то ролике информационной службы группы компании Skyway. То есть то, чего мы ждали давно, и то, о чем заявлялось, то, что данная технология будет продемонстрирована руководству Объединенных Арабских Эмиратов, вы видели, да, в первую очередь сейчас было представлено шейху Шарджи, господину Аль-Касими, да, это сделано. Да, возможно, это сделано, скажем так, на несколько месяцев позже, но тем не менее, вы сейчас все убедились в том, что тропический юникар проехал по подвесной путевой структуре 400-метровому участку на территории Эмирата Шарджа, работы ведутся, технология двигается в выбранном направлении, вектор движения, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, то есть ничто не стоит на месте, все продвигается. Соответственно, вот тут я смотрю, задают вопросы, где вы пластик берете и так далее. Ленар, я хочу сказать следующее, то, что на территории нашего КБ, я видел, как это делается, да, то есть элементы корпуса юнибусов создаются самими специалистами нашей компании. То есть есть специальные материалы, которые, скажем так, в итоге из которых получается пластик при определенной температуре и так далее, все это делается там. Обрезаются потом лишние и так далее, и так далее. Вот. Что касается стекла, есть, скажем так, не знаю, о каком стекле вы спрашиваете, да, то есть есть струнное стекло, о котором заявляет Анатолий Эдуардович Юницкий, это его ноу-хау, и пока я в эту тему не посвящен. А пока стекла, которые есть на тех транспортных средствах, которые мы используем на сегодняшний день, это используются, скажем так, стандартные стекла, они заказываются на предприятиях, которые это делают. Поначалу первые образцы транспортных средств, вот тот же юнибайк и 14-местный юнибус, да, действительно, скажем так, все предприятия на территории Республики Беларусь, которые занимались пластиком, они все были, скажем, обзвонены, проверены, были проведены переговоры, и первые транспортные средства делали, скажем так, из того пластика, размещали заказы на тех предприятиях. Сейчас все делается самим. Но вот вопросы соцсетей, когда закроют ход корневой компании, вы знаете, закроют тогда, когда закроют, и нам это объявят. Да? На сегодняшний день мы говорим о 13 этапе, окончания даты у меня пока нет, но то, что мы находимся на конце 13 этапа, вы знаете уже давно. Да? То есть есть возможность стать совладельцем пакета долей еще с тем дисконтом, который есть сегодня. Как только этап изменится, мы идем на следующий, дисконт будет меньше. Соответственно, выгода будет меньше. Итак, друзья, если вопросов больше нет, единственное, хочу добавить. Да, у нас вот есть решение, скажем, с некоторыми сотрудниками нашей компании, что в нашей презентации понедельничной мы будем вставлять определенный блок информации, технологии и так далее. Поэтому, если у вас есть новички, если есть те люди, которые, скажем так, задаются техническими вопросами, начинайте приглашать, потому что у нас будет целый цикл, мы будем по чуть-чуть давать информацию на каждое мероприятие, которое будет проходить по понедельникам. Первое попробуем запустить на следующей неделе, но потенциально, я сразу хочу сказать, в России праздник, возможно, наш вебинар состоится во вторник, 17.00. Также у меня сейчас на этом все. Хочу вам сказать спасибо за внимание. Вот. Был очень рад с вами пообщаться. Был рад, если, скажем так, данная информация хоть чуть-чуть была полезна для вас. Здоровья, любви и денег, хорошего окончания октября и отличного начала ноября. На этой неделе у нас, скажем так, сразу будет 2 месяца. До новых встреч на волнах радио Skyway Capital. До свидания.